Здравия, дорогие друзья, с вами снова я, Санигус. И сегодня мы снова играем в Animal Simulator. Да, сегодня у нас не совсем торжественный ролик, хотя у нас обновление, но я начинаю замечать, что лично для меня Animal Simulator начинает скатываться. То есть, если это не как бы не покончит с этим, то будет не совсем удобно играть. То есть, смотрите, нам добавили кентавра. Специально для этого ролика я хоть какого-то выбила, розового. Первая проблема. К примеру, если у вас фурсьют или что-то в этом роде, костюм, то у меня банально лапы просто, как вы видите, нафиг выходят за его ноги. Это просто пипец. Он лежит вот так, как... В принципе, человек, мне кажется, ну, сидит окей, нормально. Бегает, прогулку. Ну, короче, атака. Атака, кстати, у него как у обычного человека. Просто у него просто человек, по сути, на коне. И все. Также, кстати, обновили чуть-чуть карту у нас тут есть. Теперь карта обновлена чуть-чуть. Почему? Потому что ангар передвинули там, в принципе. Вот. Теперь вот в этом кругу можно найти очень сильного, как он там, кентавр. Это очень, честно, плохой босс для меня лично. Мелкий, хотя сильный какой-то, ну ладно. И обновили, так, вот, PvP-мап. Все. Даже я сейчас кое-что сейчас быстренько проверю. Да, там даже ничего такого не добавили. Ладно, друзья, вот такой скудный ролик получился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.